керосина, мамочка. Оба. И что, насмерть? Не жилец, нет. Да хрен с ним, с Костей. Жену его жалко, и так Бог не баловал. А тут из-за какого-то урода одна с пацаном останется. Простите, может, я могу там чем-то помочь? Мне из больницы звонили. У меня муж в реанимации, боюсь трубку брать. Это вы красиво придумали. Типа авария. А мужа за борт. Да. Не сюда! Хавайять! Вот так! Стоять! Нет, я не сказал ей, что да это слава я! Слава Богу! Между прочим, я с тобой была. Я соучастница. Все! Никто больше никуда не ездит, никому не помогает и не звонит. У тебя кто-то есть? Ты больной? Пошел вон отсюда! А вот так ты понимаешь? Вот так ты понимаешь? Вот так ты понимаешь? Вот просто... А ты вообще молчи! Ты кто такой? Что ты лезешь не в свое дело? Давай, давай! Ну! Ты не фермер. Она тебе не жена. Пацан не твой. И между вами без пяти минут труп. Мам. А папа поправится? Конечно. А ты этого хочешь? Он вашего мужа покалечил, а вы с ним спите. Это как? Скажи, что это не ты. Прости. Скажи, что это не ты. Прости. Скажи, что это не ты. Прости. Это я должен был тебе сказать.